Добрый день. Хочу показать, как на моих инструментах переключаются тональности, не перестраивая колковый механизм. Вот сейчас две основные тональности: фа мажор и фа минор. Бурдон и до и фа. Теперь, поставив один мостик, фа перестраивается на соль. И вот тональность уже до мажор, до минор. Теперь, поменяв бурдон, ре поставили. У нас получается соль, мажор и соль, минор. Теперь на струне соль пододвигаем. Мостик. Тональность получилась ре минор, ре мажор. Двигаемся дальше. Ставим ми. Ля. Ля мажор, ля минор. Меняем. Сейчас у нас две постоянно звучащие струны ми и ля. Ля мы отключаем, вместо ля ставим си. Получается ми, ми мажор, ми минор. А теперь просто, ну это на всех лирах, конечно, она есть шнарен, или как его называют еще, чен. Вот я покажу просто, как он работает, потому что некоторые люди спрашивают, что и как. Сейчас перестраиваю это на ре и соль. И вот подтягивать всю струнку. Thank you.
вращение колеса, дребезжение струны, поднятие слегка мостик, делает вибрацию на деку. Это была струна Ре, теперь струна До. На них разные по высоте мостики, поэтому тембр дребезжания будет разный. Ну я не очень владею, конечно. Я вообще мастер, а не исполнитель. Ну вот, в принципе, вот так это все действует. Спасибо за внимание.